Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про человеческие привычки, которые расстраивают собак. Собаки любят своего хозяина, безусловно, они готовы простить ему что угодно. Однако это совсем не значит, что лающих не способен задеть какой-нибудь человеческий поступок. Ученые установили целый ряд человеческих привычек, которые вызывают недовольство у собак. Что не стоит делать, чтобы не ухудшить отношения со своим питомцем? Давайте подробнее рассмотрим 4 человеческие привычки, которые очень расстраивают лающих. Собаки – социальные животные, они привязываются к своему хозяину и обожают проводить время с ним, поэтому лающий зачастую плохо переносит одиночество. И если хозяин долго отсутствует, питомец может загрустить или даже впасть в депрессию. Старайтесь не оставлять своих любимцев надолго в одиночестве, это может очень плохо сказаться на их психологическом самочувствии. Еще одна привычка людей, которая не нравится собакам, это объятия. И если люди к ним относятся положительно, то лающий воспринимает их как угрозу. Для собаки это означает доминирование со стороны хозяина. Многим животным это не нравится. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Следующая плохая привычка владельца – дергивать и тянуть поводок. Собаке важно чувствовать себя свободной. Прогулка для лающего – это не только справление естественной нужды, но и знакомство с окружающей средой. И питомец очень расстраивается, если его то и дело оттаскивают от деревьев или бордюров во время выгула. Собаки не любят, когда их дразнят, например, когда на них лают, гавкают, рычат. То, что кажется смешным человеку, животному может быть неприятно и даже обидно. Лаять в ответ, тянуть за хвост, дразнить едой или игрушкой собаку неправильно. Таким образом, вы можете добиться только поведенческих проблем, но никак не взаимопонимания со своим любимцем. Теперь вы знаете, какие человеческие привычки расстраивают собак. Постарайтесь не совершать перечисленные действия, и тогда ваш питомец не будет лишний раз расстраиваться. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!